Самый сильный удар стихии пришелся на улицу Сухумское шоссе в Кудепсте. Здесь люди остались вообще без каких-либо благ цивилизации. Из-за дождя маленькая речка Кудепста разлилась и затопила первые этажи ближайших домов, где теперь нет ни газа, ни света, ни воды. Везде сырость и грязь. Людям пришлось спать в машинах, но многие и вовсе не ложились, сторожили имущество от мародеров. Всю ночь не спали, дежурили, хоть бы как-то выставили бы нам... Не знаю, ну, хоть бы милицию, там, хоть бы как-то. Я говорю, всю ночь ездили, вот три раза вставали мы вот в машине, выходили, мародеры просто приезжали. Уже было понятно, потому что и на базе там охранял вот парень. Мы подходили, он говорит, тоже туда же подъезжал. Не спали и коммунальные службы. Они разгребали завалы из бревен, принесенных водой автомобилей и заборов, восстанавливали газовую трубу, которую прорвало накануне. Эти крокодилы забирают отсюда. Уже к утру движение на дорогах в Кудепсте было полностью восстановлено. Маршрутные автобусы пошли по расписанию.